Одним из ключевых моментов минувшей сессии Верховного Совета стало, несомненно, принятие бюджета. Особых сюрпризов не произошло, однако изменения в документ все же внесены. И касается это в первую очередь людей с тяжелыми и редкими заболеваниями. С нового года на их лечение деньги будет выделять федеральный центр. Это впервые. Это такие болезни, которые были ранее, до сегодняшнего дня, закреплены лечением за регионами. И, конечно, средств, как правило, не хватало. Часто собирали путем сбросить просьбами через интернет и так далее. Вот сам факт того, что сегодня федеральный бюджет финансирует. Стоит отметить еще одно не менее значимое решение. Местный парламент подготовил письмо федеральному правительству на имя Дмитрия Медведева по вопросу придания республиканскому онкодиспансеру статуса межрегионального. По мнению специалистов, это поможет снизить смертность онкобольных на 10-15%. Если только мы получим данный статус, а это, в принципе, возможно, то уровень оснащения и уровень финансирования и уровень возможности онкологического диспансера, конечно, в разы будет выше. А учитывая, что была экспертная проверка онкологического диспансера, по-моему, в середине прошлого года, да? Этого года, вернее. И действительно, специалисты нашего онкодиспансера получили очень высокий уровень оценки. Они соответствуют мировым стандартам. Стоит отметить, нынешний год оказался довольно разнообразным на законодательные инициативы. От ужесточения наказания за пьяную езду до необходимости увеличить финансирование для предоставления жилья сиротам. Мы с вами приняли 121 закон, включая сегодняшнюю сессию. Из них внесено главой республики, председателем правительства 55, депутатами и комитетами нашими 55 тоже, избирательные комиссии 2, контрольно-счетной палатой 2, прокурором республики 6, вернее 4, мы пока там у нас это 6 задумки были, но 4 приняты. Советами депутатов районов и городов 2 и Федерация профсоюзов 1. Сессия в остальном носила больше бы стандартный характер, если бы не одно «но». Заслуженный деятель искусств республики Герман Танбаев представил депутатам гимн Хакасии, разговоры о котором уже идут лет 10, воспевающий республику до невиданных высот. Видимо, таким он должен быть. Хакасия – край мой на юге Сибири, там, где в Саянах шумит Енисей. Музыка эта исполняется давно в Хакасии. Еще мы и о гимне не говорили, поскольку за основу она у нас уже принималась, гимна. И вот авторский коллектив еще раз поработал над словами текста гимна. В общем, проект закона о гимне депутаты в первом чтении приняли единогласно. Если же его утвердят на важных мероприятиях, будет так. Сначала играет гимн России, затем Хакасии на русском и национальном языках. Ранее в этом году сессия парламента отметилась и довольно торжественным моментом. Председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Саражаков удостоен почетной грамоты от Совета Федерации. Вручил грамоту сенатор и представитель Верховного Совета Хакасии в Москве Евгений Серебренников. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации, совершенствование законодательства и укрепление местного самоуправления Республики Хакасия. Михаил Саражаков также получил нагрудный значок Совета Федерации, выполненный из драгоценного металла. Владимир Штыгашев накануне побывал с рабочим визитом в Таштыбском районе, а именно в селе Матур. Здесь он поздравил сельчан с юбилеем школы. Дата более чем достойная – 130 лет. Многочисленные выпускники учреждения прославили республику далеко за пределами, в самых разных областях – от политики до культуры. Стоит отметить, для самого Владимира Штыгашева Матур – особое место. Это его родовое село.